Ребзя, доброе утро. 31 июля на дворе 22 года. Прибыли в Черемшанку. Время 5:30. Андрюшка уже катер накачал наш. Сегодня мы с Тарасовым поедем по заливам покидать. На щучек и на окуня, да? Не знаю на кого, просто покидать. Просто отдохнуть выехали, да? Мы же не на рыбалку приехали. Мы не загадываем. Да, мы просто видели лося. Вот тут цапли местные летают. Вчера что-то знаете? Нет, так ты в эту дверь открой. Короче, лось стоял вообще. Я даже остановился, задним ходом сдал, но не успел телефон включить. Он свалил, такой шикарный, с такими рогами огромными. 5 кошек видели, никогда столько не видали. Зайцев не видали. Качаемся и выплываем. Катаемся с Андрюхой уже 1.5 часа, поклевок нет. От слова катаемся. Вот какая. Полетел. Не сказала, где рыба, гадина. Реально, вон, показывает рыбу. Время 11, решили пообедать. Поймали на яйки 3 шурагайки. О, рифма. Поймали на яйки 3 шурагайки. А, да, 4-ю я отпустил. Рыбка есть. Вот, вот такая трава вот. И ловишь вообще четко. Такой галечный берег. Ой, песчаный, смотрите. Так прикольно, вода уходит из него. А. Что это такое, сеточки ставят? Поэтому и нету рыбы-то тут. Класс. Оставляя следы на воде, а мы на песке. Сейчас заварганим бич-пакеты и чай. Что, в термос зальем, да? Конечно, там освобождайся. После обеда, друзья, мне улыбнулась удача в виде вот такой вот штукенции. Взвесили 1,790 кг. Монстра рыба. Ребята, время... Ой, окунь еще прыгает. Время 7:15. Вот и закончилась наша рыбалка. Небольшой такой вам снял ролик, особо показывать нечего было, но вот наш улов. К тем щучкам, которых мы еще чистили, добавилась еще одна моя, грамм на 800, у Андрюшки где-то на 0,5 кг. И вот такой вот под конец у меня зачетный окунь. Сколько, Андрюшка, 250-300? Да, около 300. Около 300 грамм. Красавчик, клюнул на хорватское яйцо, прямо вот в такой вот глухой траве. Проглотил еще это. Да, полностью такой крюк проглотил. Так что... Всем добра, здоровья, позитивного настроения. Оставайтесь на канале. Пока-пока. Пока-пока.